Всем привет, друзья! Давно не виделись. Пришло время показать вам свои новые флейты. Давайте начнем сначала с самой низкой тональности. Эту флейту я сделал буквально вчера. Флейта в тональности ре. Я вам сейчас, как всегда, покажу, как она звучит без эффектов, а потом будем слушать ее с эффектами. Совсем немножко. В этой флейте, в отличие от старых моих флейт, подвижный тотем, подвижная накладка. Тут ее можно шевелить и регулировать звук. Вы можете делать более шипящим, менее шипящим, как кому нравится. К тому же, благодаря этому легче выдувать отсюда влагу. Ну, кто не помнит, напомню, что влага выдувается так. Закрывается пальцем лезвие свистка и выдувается. Кстати, ну, штучок снимается. И конденсат можно даже вылить. Все, закрываете, поправляете накладочку и вновь играете. Следующая флейта, с которой я хочу вас познакомить, получилась в тональности фа. Изначально я хотел сделать две флейты парные. Одну флейту в тональности соль, одну фа диез. В итоге получились две таких флейты, но тональности вышли немножко не такими. Вот эта флейта получилась в тональности фа диез, а вот эта в тональности фа. Достаточно редкая тональность, и сейчас я вам на ней сыграю. Thank you.
фа диез. Флейт точно так же, подвижная накладка и съемный мундштук. Таким же образом, как и на флейте в тональности Ре, вы можете легко избавляться от конденсата. Дальше я вам напомню о существовании этой флейты. Их тоже две одинаковых, они немножко дешевле. Эти флейты мы раскрашивали вручную, это еще с весны. А в одной из них 6 отверстий, а в другой 5 отверстий. Ну, вы уже знаете из моих прошлых роликов, чем это отличается. В этой флейте накладка подвижная, мундштук съемный. В этой флейте накладка приклеенная, мундштук съемный. Давайте послушаем. И вторая. Так, теперь решил попробовать вот такую необычную флейту. У нее совсем другой свисток. Звук формируется совсем по-другому. За счет этого она, получается, звучит громче. В интернете можно встретить такие флейты. Их называют перуанскими флейтами южноамериканских индейцев. Давайте послушаем, как звучит она. Она в тональности соль. Thank you.
Ну, здесь тоже иногда собирается конденсат. Точно так же вы закрываете лезвие свистка пальцем и выдуваете. И она начинает играть еще громче. Ну и следующая флейта, это флейта гибрид, которую я сделал со свистком китайской флейты сяо, но с аппликатурой японской флейты сякухати. Вот так она выглядит. Давно я вам показывал почти такую же флейту, но со свистком, который называется у японцев утагучи. Этот свисток выточен в японском стиле, сейчас я покажу. Вот они, две одинаковые флейты. Ну, почти одинаковых. Но у одной вот такой вот свисточек, а у второй такой. Вот на этой мне сложнее играть. Или я что-то не так сделал. А вот с этой все гораздо лучше. Давайте послушаем. На этом все новинки. Подписывайтесь на этот канал, покупайте мои флейты. Пока!